Приветишее, это легенда о Зельде Skyward Sword. И мы продолжаем. Но вначале маленькое небольшое замечание. Значит, ты... Поставил ли ты лайк? Если не поставил, то срочно поставь. Понял? Так, хоп! Просто как с мяча, так трубани, поставь лайк свой царский и напиши крутой комментарий. Хотел бы ты видеть эту игру в дальнейшем, потому что я что-то смотрю, просмотров эта игра набирает, ну, совсем, ну, прям вообще плохонько, очень мало. Дело в том, что, ну, я так думаю, это было все из-за того, что вступление было такое нудненькое, очень много было диалогов и просто болтовня, болтовня, болтовня. А сейчас начинается эпик, сейчас начинается вот конкретная игра, меньше диалогов будет, ну, я надеюсь на это, и больше, соответственно, игровых моментов. Что ж, мы продолжаем поиски Зельды. Если ты не помнишь, чем все закончилось в прошлых сериях, то закончилось это все тем, что мы потеряли Зельду. Мы с ней летали на облаках, и потом вдруг из ниоткуда появился черный смерч, который скинул ее с неба крыла, и она упала на землю. Вот мы ее теперь тут и ищем. Повстречали киви. Киви — это маленькие чудаки, я тебе их еще тут покажу. Что это за сердечко такое? Давай возьмем. Частица сердца. Собери 4 таких части, и твой запас сердца увеличится. Здорово. Запас сердца. О, смотри, какой камушек. Надо бы до него добраться. Кстати, насчет меча. Давай попробуем отыскать запах Зельды. Во, кажется, нашли. О, вон туда нам нужно. Это большой киви. Надо с ним познакомиться. Хорошо, значит, мы идем именно туда. Надо отсюда только спрыгнуть как-нибудь так. Спокойненько. Ладно, давай мы сейчас проверим этот большой дуб, это большое дерево, спокухолинг, не падаем, держим равновесие, ты же не пьяница какой-то, да? Ты же воин, ты рыцарь, теперь-то мы рыцарь. Были обычным учеником академии, а теперь стали рыцарем настоящим. Эльфийчик, да, не так зашло, оп. Ну давай, давай, пульни. Черт, твой щит сломался, да ну нафиг, мне щит нужен. От этих чуваков я никак не отобьюсь, пока не возьму себе новенький щиток. Давай вниз. О, привет, ребят. Здесь меня встречают уже. Ну чё? Чё, будем драться? На тебе. Во-во-во-во, готов. Здесь еще парочку есть. Пойдем разберемся. Но сперва надо сделать атаку. А, не получилось. Есть. Все-таки вышло. Что-то там упало отдельно. Хлыбыщ. Теперь в атаку. Черт, не получилось его добить. Ня-ня-ня. Разом двоих, как мух, прихлопнул просто. Что-то здесь упало же, по-моему, да? Рупии были. Точно, упали. Но я надеюсь, что они собрались автоматически в мой рюкзачок, в мою сумочку. Сколько тут грибов-то, ты посмотри. Оу. Наверное, нам сюда пока рановато, да? Пойдем дойдем все-таки до маленького киви, до большого, здоровенного, которого мы там видели, и потом сюда вернемся. О, здесь тоже вот этот камень есть. Интересный. Ну, хорошо. Значит, возвращаемся обратно. Давай кувырком. Вот. Вот это можно разрубить, в принципе. Вот так вот сделать. Руки тут есть. Ай! Попал, все-таки негодяй. Видишь, по шапке я ему даю, бесполезняк. Надо его убивать, когда он вылазит. Все, валим отсюда быстро. Мочим во все мочи. Моя зелененькая шапочка расправляется от потока ветра. Я вижу сердечко, мне оно нужно. Кстати, про деревья. Их же можно тут рубить, и с них тоже иногда рупий падает. Давай попробуем вот так вот. Хоп. О, о. Вот и рупий. Синяя рупий, это очень хорошо. Черт, здесь эта штука. Ну, давай попробуем с ней повоевать. На тебе! Ой, 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 убегаем. Зато сердечко собрал. Да блин! А, нифига себе, накуснул меня. Повернись. Нет, уходим. Как тут блокировать-то? Черт. Давай сделаем вот так. Надо, чтобы она открылась, и я ударил ее. Не получается. Есть, наконец-то разрубили напополам, и что-то даже с ней выпало. Какое-то желе. На-на-на-на-на. Киви, ты где? Большой жирненький киви. Там синяя рупия. Может туда как-то добрыгнуть? Наверное. Наверное, можно, слушай. За мной ворона гонится? Серьезно? Нифига себе, он пухляш. Вот это он здоровяка. Ладно, сейчас дойдем. Спросим, где же Зельда. Просто Зельда с ним контактировала. А меч показывает запах Зельды. Если Зельда контактировала с кем-то, ее запах переносится на другое существо. И меч начинает это существо видеть как Зельда. Надеюсь, я понятно объяснил. Нам сейчас нужно туда, на веревочку. Как тут дойти? О, смотри, я и здесь могу пройти к тому строению.
По всей видимости, мы все-таки правильно бежали, потому что по-другому сюда не пройти. Хотя, как посмотреть... Давай спрыгнем. Вот это все срубим. Тут могут быть рупи. Нет, нифига тут нет. О, водопад! Там есть бревно, которое мы сейчас подтолкнем и сберемся на этот водопад, наверное. Сейчас я попробую. О, тут, в принципе, глубоко. Я думал, что можно как-то в водопад зайти, но нет, там нет прохода. Угу. Значит, мы это бревно должны откатить, наверное, отсюда. Если это возможно. Мы можем как-то откатить его? Или разрубить? Не, нифига не можем. Хорошо, бежим дальше. Значит, сейчас... А вот эту траву можно разрубить? Можно. О-хо-хо-хо-хо. Здесь нам преграждает лес. Деревья. Были деревья, нет деревьев. Птички, привет. Черт подери. Хоп. Главное смотреть на него. Когда я на него не смотрю, он начинает пулять в меня. Все, бегу, 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 бегу. Вот сюда забегу. Здесь почему-то пенек. Странно, почему здесь пенек? Хм. Давай попробуем срубить здесь всю траву. И ударить по дереву. О, жук. Жук, жук, жук. Хочу. Черт. Спокуха, жук. Не улетай. Хочу тебя забрать. Так. Жук должен упасть. Вот. Ну что ты возишься вокруг него? Подними ты. Наконец-то. Дальше. Куда мы дальше бежим? А, ну вот, собственно, мы дошли до этой веревки. Черт, я понял, как ее нужно бить. Короче, когда у нее рот открывается вертикально, нужно ударить вертикально. Когда горизонтально, значит, по горизонтально надо ударить. Веревочку эту отрезаем. И можем спокойненько туда перебраться, да? Давай. Опа. А как спрыгнуть? Мне никто не рассказал, как спрыгнуть. Оп. Есть. Киви, проснись. Какой ты жопастый и большой. Ты что, упал? И не можешь встать? Эй, давай поболтаем. Это старейшина Киви. Амбуча. Приветствую, меня зовут Амбуча. Я старейшина Кивки. А, Кивки, точно, их зовут Кивки, не Киви. Да, хотя можно и Киви звать, мне так больше нравится. Вижу, моя тщательная маскировка не стала для тебя помехой. Вот это настоящий лесной следопыт. Ты видел Зельду? Где она вообще? Зельду? А кому тут и вообще? А, подожди, это та девушка со светлыми волосами из твоего племени, да? Она была здесь, да. Но сейчас не время об этом говорить. Лес вокруг кишит монстрами, я волнуюсь за своих соплеменников. От шока и тревоги я начинаю немного вспоминать об этой девушке. Ты видел кого-то из моих соплеменников? Значит, Мачу и Улун в безопасности, это хорошо. Но в лесу еще бродят монстры. Так что я лучше останусь пока здесь. Еще два моих соплеменника пропали без вести. Ты не мог бы проверить, все ли с ним в порядке? Я очень за них переживаю. Если буду знать, что они в безопасности, память вернется ко мне, и я смогу тебе сказать, куда направилась девушка, которую ты ищешь. Ну вот, началось. Отсутствие Зельды у старейшины Кикви является досадным препятствием, однако у него может быть полезная информация. Принимая это во внимание, я прогнозирую, что мы с вероятностью 85% получим помощь с нашей задачей, если ты найдешь для старейшины потерявшихся Кивки. Чтобы ускорить поиски Кивки, я добавила этих лесных обитателей в настройки локации. А, ну хорошо. Будем искать, значит, Кивки. Объяснить, как тебе пользоваться? Нет, я знаю, как пользоваться локацией. Все, давай, пока. Кроме того, я буду отмечать на карте всех найденных тобой Кивки. Хорошо. Ну все, ну хватит болтать. Ну, наконец-то эта болтуха ушла. Все, Кивки, мы с тобой остались вдвоем, я пошел искать твоих соплеменников. А сюда, кстати, можно залезть? Ну-ка. Ничего себе. Я в дупло залез, я в большом дереве. Я как белка, ёк-макарёк. Фейка, собирай фейку, собирай, лови ее фейку. Есть, фейку собрали. И кузнеца надо собрать. Кузнечик, стой. Ты отсюда не улетишь никуда. Блин, ну... Да я же прям на него наступил. Ну как ты его не собрал? Эх, печально я, печаль. Ну хорошо, лезем наверх. Бывает такое, что что-то не срабатывает у Линка. О, вот эти штуки. Ой, тихо. Надо их не собирать. Можно мечом как-то с ними расправиться? Нет, нельзя. Значит, трясти. Тряси давай своими телесами, скидывай ты бомбу. Оу.
Ну, хорошо, бомбы мы скинули, хотя и не таким методом, как нам говорили. Зато теперь мы можем спокойненько здесь пролезть. Можно как-то ускориться? Мистер Линк, ускорьтесь, пожалуйста. Во-во-во-во, можно ускоряться, оказывается, ништяк. Давай еще чуть-чуть. Ну ты красавчик, прям циркач. А что у нас здесь внизу? Это надо срубить. Пойдем посмотрим. Какой странный бог-гоблин. Ты кто такой? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, круговая атака. Все отошли нафиг от меня. А как блокировать удары? Я вот это вот не помню. Все равно ко мне никто не подойдет. Я очень быстро дерусь. О, я нашел черепок. Ну, конечно. Давай во время боя мы расскажем, что это за черепок. Декоративный череп. Простой и немного зловещий декоративный предмет, который носят бокоблины. Ага. Ну ладно, хоть в ячеечку отдельно закинули. Сердечки! Я бегу. Я бегу сердечки собирать. Брозер. Брозер свинозер. Сдох. Он меня все-таки один раз ударил. Кто это крикнул? О, нифига себе, ты на дереве. Киквин. Ты разобрался со всеми красными ребятами. Получается, ты хороший парень. Слушай, у меня тут такая проблема. Залезть-то я сюда залез, а спускаться страшно. Не поможешь мне, а? Ну, что ж поделать. Придется тебе помочь. Только сперва хочу все кусты проверить. Вот руки, пожалуйста. И вот это вот срубить. Как мне нравится шинковать деревья, это просто кайфец. Здесь еще кустики проверим. Давай. Ага. Кстати, кто-то говорил, почему ты не играешь стиками? Ну, в смысле, джойконами, нинтендовскими. Тут же можно играть. Это вообще капец неудобно. Руки быстро устают, и долго ты так не поиграешь. Ну все, все я тут расчистил. Надо теперь забраться как-то наверх и снять этого Чунгачкука. Как мне туда попасть? А, есть предложение. Ударить по дереву. Хоп. Прости, дружок. Я не хотел так, но зато теперь есть подъем на это дерево и спуск. Там канатик спустился вместе с тобой. Ой, оригинальный у тебя подход. Ну, спасибо за то, что спас меня. Да вообще без проблем, бро. Правда? Старейшина беспокоился обо мне? А я рад слышать, что у него все в порядке. Меня зовут Лапсан. Если увидишь старейшину, скажи ему, пожалуйста, что я здесь. Ох, у меня до сих пор коленки трясутся. У тебя есть коленки? А, ну да, точно, у него есть коленки. Я думал, там две палочки какие-то. Ну все, давай, цепляйся за вот эту штуку. Полезли наверх и будем отсюда выбираться. Надо сейчас, главное, раскачаться. Давай, раскачаемся. О, о, тихо, не так. Раскачиваемся, давай. Оп. Готов. Прыгаем. Хе-хе-хе, получилось. Спускаем вот эту древесяку. Давай, двигай ее. Это, да, да. Мощный. Эльф Геракл. Значит, тут все. Теперь самое время отправиться вот сюда. Здесь тоже должен быть кивки. Значит, тогда мы, в принципе, правильно шли. Подкрасться получится? Давай тихонечко вот так вот. Как будто мы местный эльф. Тихонечко так идем. Давай. Оп-оп-оп, прыгаем-прыгаем. Жалко, конечно, что я его оглушить не смог. Но это тоже пойдет. Прикольно, я к нему, конечно, подпрыгнул так. Как на коне. С этой стороны зайдем, раскидаем свиньи всех. Там кто-то наверху. И здесь что-то интересное должно происходить. Можно туда уйти. Подожди, давай карту посмотрим. Куда это я пойду, если зайду сюда? Уйду, наверное, в какие-то другие леса. Давай, значит, вот эту птичку активируем. Отсюда открывается великолепный вид на окрестности. Стоит использовать эту позицию для поиска находящихся поблизости Кикви. Ну давай используем. Все бы нет. Кикви. Значит, врубаем меч. Искать мы будем вот этих вот шожданий. Где еще один? Вон там он. О, так я его уже даже вижу. Все, локация нам помогла. Хотя я без нее справился бы. Let's go. Со свиньями сейчас разберемся. Кстати, как парашют включается? О, все, вспомнил. Вот эти надо собрать штуки. Иди сюда, проказники. Не получилось. Кузнецов собрать. Последнее время с кузнецами проблема. Тут, наверное, по-любому есть сачок, чтобы их собирать. Потому что без них, ну, это Unreal.
Я, конечно, могу в них клубнем скатиться, точнее, вкатиться клубнем, вот смотри, вот так вот. Но видишь, что происходит? Я, во-первых, боюсь их раздавить, а во-вторых, я думаю, что они все равно убегут, как и было сейчас. Давай! Деремся! Как бронь-то поставить? Блокировать атаку как? Свин, научи меня блокировать атаку. Прикинь, она в меня говнецом кинула, смотри. Стряхни ее, какаху эту. Фо! Фо-фо-фо, стряхни. Готово. О, с нее тоже рупи упал. Ох уж эти вороны. Они меня бесят. Стой, 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 иди сюда, я ж тебя поймаю. Это сложно, капец. Вот я практически на него встал, но все равно они не ловятся. Так что их ловить надо другими методами. Я все испробовал. Хорошо, бежим, значит, за Кикви. Кикуанский! Я знаю, что ты здесь. Выносливость кончается, черт подери. Надо залезть сюда. Вот. Ой, выносливости у меня тут совсем мало. Перепрыгни. О, вот это было, конечно, не круто, Линк. Всю малину испортил. Надо было просто в бачок прыгнуть. Хотя я держал стик в бок, но он не прыгнул. Ох уж эти эльфы. Давай, братиш, сделай по красоте. Прыгнуть. Вот, что ты раньше так не сделал, а? Что ты выпендрилась? Вот эту ягодку соберем для выносливости. Спрыгиваем. Спрыгивай. Все по два раза надо объяснить. Вот и Кикви. Вот это мы разрубим. Куда ты пополз? Подожди, я тут рупи соберу. И будем с тобой общаться. Он замаскировался, круто. В траве. Черт, выносливость села. Села батарейка. Ну давай поболтаем, привет. Как тебя зовут? Эрла, меня нашли. А я-то думала, что нашел идеальное укрытие. Черт. Меня зовут Эрла. Пожалуй, в этом лесу я самый главный эксперт по пряткам среди Кикви. Ну, кроме старейшины, естественно. О, да, старейшина-то умеет прятаться. Не удается получить дополнительные локационные данные в этой области. Советую поговорить со старейшиной Кикви. Ну ты просто кэп-меч. Ты виделся со старейшиной? Ну и как он? Все хорошо? Я рад. Если увидишь его еще, скажи, что я тут, хорошо? Окей, договорились. А как вот эту штуку сломать? Можно? Можно что-то сделать здесь, нет? Пролезть туда? Не, походу никак. Все, эту часть мы обыскали тут вроде бы как. Можно отсюда спрыгивать. Оп. О, оказывается, надо курок держать, чтобы на парашюте спускаться. Если не держишь курок, значит на парашюте не спускаешься. Печаль. Кикви! Я нашел твоих всех подопечных. Что скажешь нам? Давай поболтаем. Как мне нравятся его усы. Ура! Теперь я знаю, что с моими соплеменниками все хорошо. Они хотят, чтобы я больше не беспокоился. Да, они меня хорошо знают. У тебя талант следопыта. Не зная, кто ты и откуда ты пришел, но благодарю тебя. О, прямо камень сердца. И похоже, я вспомнил, куда направилась девушка, которую ты ищешь. Да неужели, рассказывай. Это молодая девушка, Зельда. Так ведь ее зовут? Да, начинаю вспоминать. Она сказала, что направляется к храму, скрытому в глубине леса. Эх, я пытался предостеречь ее, но куда там? Показывает мне лес. И, видимо, храм. В ту сторону не... А, так мы же тут терлись, возле этого храма. Она направилась туда, в сторону храма. Если последуешь за ней, будь осторожен. Эта местность кишит монстрами. Ну ок, спасибо, чуть. А, чуть не забыл. В награду за то, что ты нашел всех моих соплеменников, я подарю тебе драгоценную реликвию Кикви. Подожди секунду, сейчас ее достану. Что ты делаешь? Не накрой меня своим животом. Ой, я так и знал. Хорошо, что у меня ножки быстро двигаются. Рогатка! Все. Теперь я понял. Теперь я понял, как нам попасть туда. К этой веревке на дереве. Рогатка, использую это метательное оружие с семенами деку, чтобы оглушить врагов. И, кстати, теперь эта рогатка мне поможет бороться с цветочками, которые вылазят из-под земли и которые в меня пуляют. Ништяк. Спасибо тебе, старейшина. Ты очень великодушен. С помощью этой рогатки ты сможешь найти путь к храму, скрытому в фарионских дебрях. Угу. Видимо, если я рогаткой стрельну сюда, то они опустятся. Для начала стрельника по вон той скрученной лозе. Если не будет чем стрелять, просто используй семечки из фруктов, которые растут на деревьях поблизости. А, так что не зря я эти фрукты сбиваю своей башкой.
Ну а теперь отправляйся на поиски. Я буду стучать за тебя по дереву. Ну спасибо, спасибо. Значит, давай попробуем рогатку. Достань рогаточку. Вот так вот. Давай. Ага. И стреляем в глазу. Четко. Просто профи. Значит, если я где-то буду видеть фрукты... Блин, зачем? Как? Оказывается, что я буквой А могу еще стрелять. Не только ЗР, но и буквой А на геймпаде. Все, погнали. У нас мало времени. Значит, я видел вот эту штуку, типа мишень, когда мы смотрели сюда с тобой. Хочу попробовать туда пульнуть. Может, это что-то изменит? Доставай рогатку. Сейчас лупанем. Прямо вон туда. Что это, правда, даст нам, не знаю. Ничего не дало. Значит, нам надо искать лозу, при помощи которой мы сможем залезть на это дерево. О, кстати, давай попробуем рогаткой бомбануть вот этих вот существ. Отходим чуть подальше. Где ты? Опа-на! Получил. Еще получил. И теперь надо мечом, наверное, добивать его, да? Ха, точно. Это все очень долго, но действенно. Кстати, с воронами тоже можно бороться при помощи рогатки. Сейчас посмотрим, кто круче. У меня 8 снарядов осталось. Я даже не знаю, стоит ли в них стрелять или нет. Давай-ка. Вот так вот. Блин! Есть! Попал! Вплотную подлетела, я в нее попал. У меня уже 217 рупий, это мощно. Выбираем рогатку. Ой, ё-моё, еще выстрелил. 2 снаряда у меня в рогатке. Надеюсь, я сейчас не профуфукаю все их. Вон она как раз торчит лоза. И сейчас мы туда залезем. Так, берем рогаточку. Стреляем. Четко. Ну все, Зельда отправилась сюда. Я посмотрю сейчас еще карту, все ли мы тут изведывали. Вроде да. Можно еще в эту сторону пройти. Кстати, а здесь я был или нет? Вот здесь вот. Наверное, я был. Отсюда я пришел. Все, погнали. Не будем долго разглагольствовать. Поднимайся повыше. Разворот. Давай, раскачивайся, Линк. Не в ту... Ну, как-то ты не так раскачиваешься. Надо по-другому. Вот. Что-то мне кажется, мы так не долетим. Хотя... Есть. Долетели. Круто! Вот откуда они, получаются семена-то. С таких ростков. 5 семян деку. Эти мелкие семена используются в качестве снарядов для рогатки. А я-то думал, с фруктов. Ну... Чё ты смотришь? Заходи в пещеру. Не стесняйся. Чувствуй себя как дома. Опа, это кто такой? Это кто был? Это Джокер, что ли, какой-то? Так. Луч солнца освещает мне путь. Вот это храм. Ага, вот сюда я, значит, добрался. Фаронские дебри. Ну, тут чисто прямая, смотри. Так что заплутать тут не получится. Ну все, погнали. Заберем сейчас семечки. Кстати, семечки не всегда выпадают еще, видишь? Привет! Нет! А, все-таки гуданул. Но ё-моё. Блин, научите ребят мне так же блоки ставить, а? А то я не умею. Я рыцарь хоть, но и не профи. Видимо. Давай попробуем сбить осиное гнездо. Или пчелиное это, я не знаю. О-о-о, надо было... Помнишь, как в Батве-то? Так, надо... Не, это не помогает. Короче, как в Батве надо было стрельнуть в этот улей, чтобы эти пчелы на букоблинов сокрушились, а не на меня. Но будем знать, что тут тоже есть пчелы. Так, они что, летают до сих пор за мной? Жуков сейчас соберем. Тут парочку жуков. О, сколько фруктов. С них тоже семена падают все-таки. Круто. Не зря я все-таки их сбил. Еще... Ай. Еще одного жука не получилось собрать. Он пришел в себя и улетел. Ну да ладно. Проверим еще здесь семена. У меня уже 15 снарядов для рогатки. Это очень хорошо. И теперь у меня 20 снарядов. Полный боезапас. О, проверим рогатку на бокоблине. Держи. Они глушатся. А теперь я подбегаю и... Ой, улетел. Ну ладно. Там пропасть-то какая-то, погляди. Жутковато. Я б не хотел туда упасть. Здесь снарядик будет, нет? Будет. Больше 20 смогу?
Нет, больше 20 снарядов я с собой не могу унести. Ага. Рогатка. Убегаем. Набу гоблинов, набу гоблинов. Чё-то пчелы разлетелись в разные стороны. Набу гоблина они не среагировали. Печально. Мастерство канатоходства. Ну-ка, Лен, покажи нам его. Мы уже столько канатов прошли. Черт, не грохну. Такое ощущение, что я сейчас грохнусь нафиг. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Вот чуть-чуть осталось. Фух, пронесло. О, можно сюда залезть. Там, кстати, житель гор был. Сейчас к нему подойдем. Я его краем глаза видел. Бревнышко могу скинуть. Сократить путь потом в будущем смогу тут. Давай. А теперь пойдем к вон тому... Как он? Горн? Их Горны зовут же, да, вроде? Давай, вай, вальс! Получил, свинья! Хотя эти свиньи похожи на каких-то дедушек и бабушек, вот серьезно. Они такие славненькие, но дерутся, дай боже. Так, а как мне туда перебраться через эту пропасть? Подскажет кто-нибудь, не? Готов. Где-то здесь... А, вон, туда мне надо. А как подойти к нашему горну? Горн, дай лапу, я взберусь к тебе и все по-быстрому. Но он же гордый. Горн. Хорошо, будем, значит, сами. Своими селешечками, ручешечками пробираться. Хоп. Да, Валенк, ну поди. Фрукт захомяч, чтоб бодрячком быть. Ей! Наши руки выдержали наше тело. Это не может нас не радовать. Блин, можно же было ускоряться. Под конец это узнал. Точнее, вспомнил. Знать-то я это знал. Сердечко надо забрать. И рупи тоже на краю лежит. Надо аккуратно его взять и не упасть. Как мне бесит эти канаты. О! Снова эти подрывчатки. Как бы там мне... Балансировать-то я знаю. Трясти. Оу! Это очень не круто. Давай, сбирайся. Как трясти-то? Сбивай эти штуки. Да блин. Очень... Смотри, он тоже по канату ходит. Так, так, так. Пускай он сам их соберет. А если я с рогатки в него стрельну? Он упадет, нет? Ха-ха-ха, круто. Ё-моё, это очень забавно. А слушай, а если я рогаткой постреляю в эти штуки, потому что я их тряс канаты, они что-то не падают. О, вот так будет проще. Ну, один оставим на всякий пожарный в конце. Я сейчас попробую потрясти еще разок. Подходим, подходим. И вот трясем. А, ага. Вон оно что. То есть не сам канат трясти надо, а просто спрыгнуть и обойти вот эту взрывчатку. Все, теперь ясно. Теперь все ясно. Ой, здесь тоже взрывчатки. Давай мимо пробежим просто вот так и все. Так, так, так. О! Оп! Конец тебе. Точка сохранения. Надо сохраниться на всякий пожарный. Готово. Мы сохранились и можем теперь успешно прыгать вот на этот канатик. Прыгаем. Ага. Скосил чутка. Ну что ж такое-то, Линк? Ну как так выходит-то, что ты летаешь криво? Прыгаешь криво и летаешь. Ну вот, дубль 3. Интересно, что-то со мной происходит, если я мажу? Или нет? Вот так вот. Все, я думаю, сейчас мы запрыгнем. Я даже парашют врубил. Наконец-то. Со второго раза. Да ударь ты ее. Убегаем. Ударь. Нифига себе, сколько тебя раз ударить-то надо? Она какая-то желтая, броненосная. Есть, срубил. И два сердечка меня здесь ждут. Могу подняться туда, но мы вначале... Да, пойдем поднимемся туда, заберем ящичек. Сундучок, точнее. Шо в нем, покажите. В нем красная рупия, ого. Она приравнивается к 20 зеленым. Ну, спасибо. Вот сейчас нам и расскажет вот этот вот горец, что же это за камни. О, знакомое лицо, привет, дружище. Привет, привет. Че расскажешь? Говорю тебе, ты появился как нельзя кстати. Смотри, я наткнулся на одну из этих штуковин. Что-то похожее я уже видел в тех древних текстах. И расскажи мне, что это такое?
Если память меня не подводит, да поговаривает, богиня оставила эти штуки для легендарного героя. Здоровски, верно? Я даже название придумал. Я их называю Кубком Богини. Логично ведь, да? Ну, вроде как да. В древних текстах много интересного написано про эти штуковины. Как же там было? Сейчас припомним, подожди. Небесный клинок светом все озарит, и помощь владельцу клинка он сулит. Как-то так, вроде бы. Я смотрю, у тебя меч имеется. Давай-ка раскроем загадку этого кубка вместе. Конечно, давай. Я только за. Эй, большое спасибо, друзья. Мне показалось, он разозлился, что я согласился. Этот кубок сделан из неизвестного мне металла. Я по нему лупанул, но ничего не произошло. Ну, естественно, он же металлический. Знаешь, Дозиси, мне кажется, ключ к этому ларчику таится в тех строчках. Ну, знаешь, который про свет небесного клинка. А, зарядить меч и лупануть по нему? Давай попробуем. Да прибудет сила! Давай. О-о-о. И куда он исчез? Что случилось? Ого, ты это видел? Кубок взмыл в небеса. Думаю, это он так отреагировал на тот луч из твоего метя. Как думаешь, куда делся куб? Ох, эта загадка стала еще больше загадочной. Поговаривают, эти кубки разбросаны по всему лесу. Слушай, бей по всем кубкам, которые только сможешь найти. А если узнаешь о них еще чего интересного, навести меня, окай? Окай, спасибо. Шепелявит он, конечно, знатно. Ну чё, кубки я знаю, где еще находятся, но до них мне не добраться пока. Так что мы, пожалуй, спустим вот это бревно. А, и вот тут мы сможем перебраться на ту сторону обрыва. К храму. Вон еще, кстати, кубок. Пойдем колпанем по нему. Опа-на. Ну-ка. Заряжаю меч. И добасю. Он какие-то сигналы посылает в космос, что ли? Богини, наверное. Так. Есть возможность семена пособирать. И тут еще по кругу пробежаться. Вокруг этого храма. Что я, наверное, и сделаю. Траву косить нам пора. Семена собирать тоже пора. О, оказывается, если ты не успеваешь сбитый предмет подобрать, он исчезает. Это печаль. Это печальная печальчка. Здесь бомбочки, пускай они подрываются. А я с другой стороны еще хочу зайти, посмотреть, что там. Вон сердечко вижу, можно сохраниться. Фрукты тут тоже валяются. А, сдвинул, из них кузнецы вылезли. Ну, из этого фрукта. Ух ты. Что это за табличка? Надо подойти, посмотреть, что это такое. Осмотреть. О, спустившийся с небес, взгляни на звезду, на которую смотрит взмывающая в небо птицы, и прозри ее метким выстрелом. Ага, погоди. Птица, которая смотрит в небо. Взгляни на звезду, на которую смотрит взмывающая в небо птица. Звезда в небе, на которую смотрит птица. Я вообще без понятия, о ком это идет речь. Что за птица? Я тут вот кроме воробушков этих никого не видел. Вот они полетели, и наверху их никого нет. Они просто улетели, и все. О какой птице идет речь? Может, нам надо в храм зайти, и там увидим... О, вот звезда, подожди, а вот птица. Теперь все ясно. И мы должны стрельнуть. Откроется проход, да? Ну да, точно. Какие там грибы? Это грибы, это грибы. И что же там в пещере ждет нашего Линка? Пора закругляться, и так уже много чего сделали. Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы увидеть продолжение этой игры? Это поставить лайк под видео, поделиться с другом, чтобы было больше просмотров, а если будет мало просмотров, то продолжения не будет. Ну и, конечно же, оставить комментарий, также под этим видео. Ну а на сегодня это все, пока. Увидимся в следующем ролике.